Танцевально-хореографическое шоу состоит из трех мини-спектаклей по известным кинопостановкам «Кабаре», «Виктор Виктория» и «Мулен Руж». В полуторачасовом действии задействована вся труппа театра. Елизаров исполняет сольную партию в третьем заключительном блоке спектакля «Кабаре-экспресс», который называется «Мулен Руж». Он борется за любовь известной куртизанки Парижа, погружаясь в сумасшедший мир ночных развлечений. Я писатель во Франции, в Париже, который попал в кабаре, вот этот «Мулен Руж» знаменитый. Я добрый, лиричный персонаж, воспитанный, и попадаю в такой мир, где все ведут порой себя не совсем правильно, но во всем этом я нахожу девушку, она является противоположностью меня, но я влюбляюсь в нее, как часто это в жизни бывает. Отрицательного героя в спектакле «Кабаре-экспресс» играет хореограф театра, заслуженный артист Украины Денис Соловьев. Главный инвестор, который вложил деньги в постановку и в жизнь театра по фильму, вот, он влюблен в главную героиню и всячески пытается ее деньгами заманить. Все было достаточно взвешено, все было продумано, и на это, конечно, мы потратили очень много времени. Поэтому тот плод, который вы будете смотреть, в итоге он как сказать, мы его родили все вместе. Взята идея самого кабаре Франции, Парижа. Вот. Но реализован спектакль, конечно, в присущем нам стиле. То есть это достаточно классический спектакль. Сложнейшие постановки. Три интереснейшие истории, которые известны на весь мир. Это «Кабаре», «Виктор Виктория» и «Мулен Руж». Все три истории выполнены в разных хореографических направлениях. Мы задействовали в постановке такие виды хореографии, как латиноамериканские танцы, европейские танцы, восточные танцы есть, так называемое направление «фьюжн», есть фламенко, современные танцы, джаз-модерн, то есть это не просто бальные танцы, это действительно полноценное хореографическое шоу. Шоу красят яркие образы. В костюмерные театры идут последние примерки к номеру «Индия». Наряды не должны сковывать движение артистов, говорит главный костюмер театра Леонид Олениченко. Перед ним поставили задачу перевоплотить русских девушек в индианок. Конечно, идея была вдохновиться фильмами Индии, поскольку там огромное количество танцев и всевозможных зрелищных эффектов. Поэтому, собственно говоря, вот такая идея воплотилась в жизнь. Номер массовый. Постарались по возможности сделать из наших славянских девушек истинных индианок. Премьера шоу «Кабаре-экспресс» Севастопольского академического театра танца состоится 8 и 9 октября в 18 часов. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.